всем привет, мы снимаем камбэки. Сегодня у нас усиление, с нами Артём Капустин. Артём, ну как нам здесь половчее испортить? Ну я предложу коней поменять. А, местами. Я думаю, что в камбэке коней можно только на пешки менять. Стоп, ты не понял идею. А-а-а, да. Мы хотим поменять их. Ну это тяжело будет на самом деле. Чего? Почему тяжело? Сейчас d3, конь d2, конь b1 надо было играть. Ушли. И все, и конь поймался. Как ты его теперь поменяешь? Кого поменяю? Кто поймался? Конь поймался на f3. Ой, натуре? Ну да. Может, мне уже пора вступать, нет? Нет. Он не заметит. Ну, король e2 тогда. Хорошо, ну давайте уже. Король f3. Давай король должен добежать до h5. Хорошо. Если его замотуют там. Ну все. Как мы будем смотреть нашим подписчикам в глаза после этого? Ну, король f3 это сильная фигура. Ну не идет он дальше, понимаешь? Ну так нужно менять белопольника и менять ферзей. Ты должен что-то делать в этой жизни. Вынуди его пойти. Вот видишь, смотри, нам какие-то. Зачем ты поменял коней? Я пытаюсь спастись. Ты считаешь, что это плохая идея? Конь, не трогай коня. Хотели у нас поймать ферзя, съесть. Было бы довольно обидно. Я предлагаю в атаку пойти сейчас. G4, конь G3. Да нормально, давай. То есть под рентген вообще не боимся, да? Вот я так и знал, что он пожертвует, и сейчас нам будет... Больно. Возможно, будет больно. А может и нет. Все-таки фигуру-то отыграли. Достижение феноменально. Сейчас убежим. ДЦ с c5, да. Может быть, d4 не проходит, да? И как-то урод, да. Ну, может, ДЦ с c5, король d2 как-то. Ну ничего ж пока плохого, нет? Да, абсолютно. Все нормально. Ну сильно плохо. Ну может быть c3. А, вот он не дает нам. Да нет, нас уже убивает, кажется. Нет, это у нас... Нас всегда так убивает, Артём. Это камбэк. Это же камбэк. Ты просто новенький пока. Ты понимаешь, здесь люди испытывают боль просто, мучения. А, так. Нас, говорит, убивают. Вот Никита привел короля на e1, он думает, что он может сделать рокировку. Нет, я так не думаю. Ошибаешься. Ну что, есть у тебя план, Никита? Нет. Стоп, может быть конь же 3? Угу. Размен всего? В эндшпилёчке перекатаем, да? У нас всего одной пешки не хватает, просто позиция ужасная. Да нет, мы просто флаг срубим, кажется. Ну, 98% этим заканчивается. И еще у нас меньше времени. Что это за ход? Ферзя убирал подвое. Все, нужно как-то... 2-0 и слон h6, внезапный переход в контратаку, что думаете? Уверенно. Не, а, кстати, сильно, мне кажется, нет это? Да ну, просто атаки никакой нет. В целом, мне кажется, что если он возьмет, то могут начаться проблемы. Ну, там на h8 все время будет. Может даже взять и потом f6 пойти. Понятно, что это некорректно, но в конце концов, камбэк. Сейчас уже он тратит время. Я думаю, что, скорее всего, не возьмет, пойдет к его. Да, вот он ходит. А что большой соблазн сейчас сбить на g7? Давай. Не задумывайся. А что-то грозит вообще нам? Нам, ну, какие-то шахи начнутся, наверное. Ну, это побили. Жертвы какие-то отчаянные. Ну, я бы не назвал их совсем отчаянными, все-таки у нас по-прежнему король сомнительный. У нас как сомнительный король уже выпусков 30. Здорово. Ты не находишь? Да, вот Никита у нас может загнуться в любой момент. Так, и осталось нам чуть-чуть продержаться. Да. Здесь уже не исключено, что белых лучше в этой позиции. Но если он сейчас, допустим, сделает h6, мы пойдем ферзь g5. Еще раз. Если он сделает какой-нибудь тупой ход, мы пойдем ферзь g5. Мы пойдем ладья h8 и ферзь h6 мат. А, можно так. Давай минуту добавим. Давай, конечно. Это же камбэк, люди должны. По-моему, просто унижаем соперника, это не очень красиво. Почему мы унижаем это? Нормально, обычные шахматы.
Как бы ты пошел, Никита, в этой позиции? Обычные шахматы. Что ты делаешь? Показываю, насколько это обычные шахматы. Вот так вот. Но это, по-моему, под смерть, нет? Да, это ожидалось, он слон f2 я тоже видел. И вот тут он начнет даст один шаг, и, видимо, все закончится. Здорово. Можно еще минуту добавить. Тут уже давай не будем издеваться. Артем, нас вроде ногами пинали, нет? Да. Собственно, не поспоришь. Действительно пинали. Слон h6, наверное. Да, может быть, смотри, он же по-прежнему ничем не грозит, кроме ладья d1. Если мы пойдем ферзь f6. Он же ничего не может сделать. Ну, шахи. Какие? Ладья d1. Ну, побьем ладью. Все. Слон f8 мат, да, грозит? Ну, грозит. Да, ну это не мат, там ферзь g2 везде. Грозит ферзь h8. Ну, там еще миллиард ходов грозит. Еще минуту надо добавить. Любой отскок слоном. Слушай, ну если бы против меня так играли, я бы разочаровался. Жизнь. Ну, как вот прокомментировать всю эту ситуацию на доске? Ну как, черные пожертвовали фигуру, идея не прошла, и после нескольких шахов, отчаянных шахов, позиция показала свою нежизнеспособность. Ладья ждал, видимо, решающий ход уже, потому что... Атака выдыхается, и у белых остается позиция без одной пешки, что равносильно победе. Ты бы играл такую позицию в классику? Мне кажется, он вышел, нажми на связь. Нет, он... Ферзь h5, тонко. Слон f8 мат. Не мат. Ну не мат, но почти. Слон h8 просто. Ну выбирайте, как, куда мы уйдем слоном. У нас 5 полей. На f8? Ну конечно. Ладно. Пам-парам-пам. Да, сдался. Да, всем спасибо за внимание. До погоди, новых встреч. Погоди. Давай поставим на оценку. -5, -5, -4, -3, -7. Да. 5, 7, почти 8 в один момент было. 6, 3, минус 1, 0. Ничья позиционная, смотри. А, все-таки слон f2 делал, ничью, значит, я не видел. А в чем идея? А, там шаг с d4. Кстати, красиво, надо показать. Давай. Тут я думал, что белый убегает, но здесь шаг с d4 находится. Позиция повторяется. Ужас. Это был последний шанс, а тут уже все пошло в обратную сторону очень быстро. Все пошло как надо. 299, ну да, и все кончается.